Стоять! Посторонним на базу вход запрещен. Оружие спрячь, подойди ближе и объясни, что привело тебя сюда. Не хочу больше. Не могу. Снова эта проверка. Опять нам чистить, драйв, красить. А им-то что? Приедут, а потом опять с полковником пить уедут. У нас во взводе один тот, как отмочен. Вот, например. Нормальные люди больше важны. Короче, анекдот. Попить захотелось.
Бонжорно, сеньоры. Эх, кажется, уже целую вечность спал постели. Приглашают дама, там, где брошки, там пирог. Шаги направо, шаги налево, шаг назад, наоборот, теперь уже дам. Что притащил? Кажется, уже целую вечность не спал в нормальной постели. Вот черт, и чем это я думал, что фотоаппарат не взял, хоть бы мыльницу какую. Одного из чинов в зону, показать что да как. Некоторые вещи его удивили, некоторые возмутили, а некоторые вещи у него украли.
Ну, удачной охоты, сталкер. Пацаны, что-то наш пахан не договаривает. Нафига нам камушки всякие собирать? Мы ему, что эти, как, блин, археологи, что ли? Я не за этим сюда перся, да и вы тоже. Надо побазарить с ним. Тихо! Пусть растолкует, что да как. Вот вы, пацаны, все по анекдотам прикалываетесь. А я расскажу вам сейчас историю одну. То ли были-то, то ли сказка, не знаю, наверное. Да вот только тот человек, который мне это рассказал, на шутника не очень-то был похож. Ну, слушайте сюда. Возвращался один мой давний приятель с болот. Припозднился сильно, но ночевать на болотах не рискнул. Гиблое место, ну вы и сами знаете. И оставалось ему всего-то минут 40 по пустоши пройти мимо промзоны и выйти в заброшенную деревню на окраине миротворческого корпуса. Время было то ли час, то ли половина второго ночи. Шел он быстро. Правда, нес хабар немалый, поэтому останавливался передохнуть время от времени. Ну так вот, остановился он в очередной раз пару минут передохнуть, как вдруг видит, откуда ни возьмись, на пригорке дерево появилось. Смотрит, вроде елка, только странная какая-то, иголка ярко-синяя и светится вся. Зассал он не слабо, но решил посмотреть поближе на это чудо. Подходит, значит, к этому дереву и вдруг, бац, такой звук странный возник. В ушах аж закладывает, как будто дикий писк какой-то силы неимоверной. Стоит он, значит, уши зажал, и вдруг глядь, а из-за дерева старичок в плаще выходит. Спокойно так, еле ноги перебирает, и плечом так слегка подергивает. А у моего кореша все конечности уже неметь стали. Не, не от страха, не испугливых он. А словно что-то замораживать его стало. И чует он, что если ничего не делать, то хана ему. И вот взял он и из последних сил насквозь прокусил себе левую ладонь. И тут его на некоторое время отпустило. Поднял он свой АК и дал очередь в сторону, где тот старик в плаще появился.
Через секунду все вокруг него стихло. Звон в ушах перестал давить на мозг, и он уже без сил подполз к трупу. А там пустой плащ на земле. И никого. Ни дерева, ни старика, вообще ничего и никого. Только какие-то мухи странные вокруг жужжали. Кое-как мой друган доковылял до деревни, выпил залпом флягу чистого спирта и проспал сутки, не вставая. А когда проморгался, то на нем все волосы седые были. Я его потом еще 3 дня отваром из трав отпаивал, чтобы он в чувство пришел. Вот такая хрень порой тут случается, други. А вам все хихоньки да анекдотики. Я тащусь, пацаны! Смешно, прям не могу.